Бульба-Цезарь включил заднюю и срочно забрал свои слова о намерениях вагнеровцев вторгнуться в Польшу. Активизация НАТО и польской армии на его границах быстро отрезвила шутника. Слышу, недавно взбесилась Польша, что якобы сюда идет какой-то отряд, аж 100 человек. Никаких отрядов ЧВК «Вагнер» 100 человек сюда не перемещались. А если перемещались только для того, чтобы передать боевой опыт бригаде, которая сосредоточена в Бресте и в Гродно, я должен учить своих военных. А вы помните, как еще несколько дней назад Бульба-Цезарь бравировал перед бункерной молью и пугал Запад страшными «Вагнерами»? Нас начали напрягать «Вагнеровцы». Просится на Запад, разрешите нам, когда они воевали под Артемовском, они же знают, откуда шла военная техника. И у них вот это внутри сидит. Жешу – это беда. Все, Сашка сдулся. Не по сеньке шапка с НАТО тягаться.